Олег Алексеев работает водителем автобуса уже 6 лет. Признается, труд тяжелый, не каждому под силу. Ответственность необходимо нести за каждого пассажира. Ежедневно на дальние расстояния всего за один рейс Олег перевозит 35 человек. И хотя сотрудники госавтоинспекции останавливают его нечасто, водитель считает, что проверка документов могла бы идти быстрее, если бы работодатели правильно и своевременно оформляли необходимый пакет документов для своих сотрудников. В нашей компании, например, да, у нас все документы, вот весь список документов, и у нас вообще без проблем. И я советую другим компаниям также на наших дорогах там. Это очень важно. Всегда надо об этом думать. За истекший период 2021 года на дорогах Самары зарегистрировано 16 ДТП с грузовым и 36 с коммерческим транспортом. В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре. Одна из задач – повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. В целях выполнения этих задач сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. В этот раз инспекторы ГИБДД проверили водителей грузового, пассажирского и коммерческого транспорта на наличие путевой документации, прохождение предрейсового медицинского осмотра, контроля технического состояния транспортного средства. Особое внимание уделяется на соблюдение водителями режима труда и отдыха. Проверка соблюдения режима труда и отдыха осуществляется путем выводной печати информации с контрольного устройства, тахографа. Наиболее частым нарушением считается у нас управление транспортным средством с техническими неисправностями, а также несоблюдение режима труда и отдыха водителями. Равнодушие к техническим неисправностям грузового транспорта может привести к серьезным ДТП. За такой вид нарушения сотрудники госавтоинспекции выписывают штраф 500 рублей. В том случае, если дала сбой тормозная система, на транспортное средство накладывается запрет, а на его владельца штраф в размере 2500 рублей.